Это эксперимент исследования «Мир без еды». И сегодня день 14. Говорят, что в человеческом организме имеется два особо важных жизненных органа. Это наш мозг и это наше сердце. Что же происходит с этими двумя органами? И как влияет на них жизнь без приема физической пищи? Сегодня мы об этом и поговорим. Но мы поговорим сегодня о нашем мозге и о нашем уме. Что происходит, когда мы отказываемся от еды? Некоторое время назад небольшая группа ученых провела такой эксперимент в Чикагском университете. Несколько мужчин и женщин отказались от пищи и в течение недели не принимали ее, но продолжали вести активный образ жизни и посещали занятия. Через неделю их результаты относительно тех, кто оставался на нормальном питании, возросли. Чтобы это не было случайным результатом, ученые повторили эксперимент несколько раз. Результат был один и тот же. Что же получается? При отказе от физической пищи улучшается умственная деятельность, улучшается память, повышается внимание. Будет очень уместным вспомнить в это время такую пословицу: «Сытое брюхо учению глухо». Видимо, действительно, активным питанием, а чаще всего перееданием, мы отключаем наш ум, и он абсолютно не хочет работать. Что же происходит и почему улучшаются умственные способности во время отказа еды от пищи? Ученые предполагают, что здесь два основных факта сказываются. Первый – это то, что происходит очищение крови, и мозг начинает омываться чистой кровью. В связи с этим улучшается его жизнедеятельность. И второй момент – это когда мы принимаем пищу, наша энергия на 80% задействована на переваривание пищи. В тот момент, когда мы не принимаем пищу, эти 80% – возвращается в организм, и он получается энергетически насыщен. А в связи с этим он дает, опять же, больше энергии нашему мозгу. Вот такая арифметика. Ну, а я продолжаю свое исследование. Насколько изменились мои умственные способности, я пока еще не отслеживал. Но надеюсь, если ученые говорят, что все меняется в лучшую сторону, значит, и меня ждет впереди светлое будущее. Что по поводу меня? Сегодня 14-й день, все продолжается в том же, собственно говоря, ключе. Те же параметры, то же состояние, то же настроение. Даже и не знаю, чем бы таким удивить себя, удивить вас. В общем, все без изменений. Жизнь продолжается, хотя в мой организм, кроме воды, не поступает больше никакой пищи. И я продолжаю свое исследование. Удачи мне, удачи вам. И до встречи в завтрашнем дне.